Всем привет! Мы в аэропорту Кольцово. Сейчас отправляемся в свою первую в этом году поездку, долгожданную, очень интересную. Надолго будем радовать вас новыми видео, прикольными. Оставайтесь с нами. Да, едем мы, кстати, в Крым. Крым, проедем весь Крым, постараемся. Ну, большую часть, не весь, конечно. Съездим в Анапу, Новороссийск. Кстати, завтра день ВМФ, едем, мы будем в Севастополе, будем смотреть парад, салют. В общем, будет интересно. Смотрите нас. Вот тоже много людей, кто-то выгрузился, по-моему, тоже с какого-то нашего юга самолет прилетел, потому что все счастливые, загорелые. А у нас еще все впереди. Ну, кафе-то он работает, смотри. Нормально, сейчас идем на регистрацию. Что-то у нас никого. А в Москву-то вон сколько людей. Все через Москву летят. Ну что ж, нас... Где? Нет, не вижу, вот сюда. Вот. Нас только что проапгрейдили до бизнеса. Впервые, потому что обычный бизнес-класс занят. Полетим с комфортом, поэтому... Вот. Это вот наш аэропорт Кольцово. Он не кажется пустынным, он в принципе всегда такой. У нас не так много рейсов, даже в хорошие времена было. А сейчас тем более. Ну, это вот мы сейчас... местных авиалиний, местных рейсов. Вот международный там сейчас вообще пусто. Мы в чистой зоне аэропорта Кольцово, внутренние рейсы. Привет! Ты на рабочем месте? Кафе все закрыты, работают только на вынос. Либо можно просто посидеть. Всем привет! Мы в бизнес-классе. Авиакомпания «Уральские авиалинии». Вот так вот он выглядит. Вот, смотрите. Так. В принципе, места достаточно широкие. Сидеть комфортно. Посмотрим, как дальше в полете. Конечно, это не тот же бизнес, который был до карантина, но все равно лучше, чем в общем салоне. Мы приземлились в аэропорту Симферополя.
знаю, слышно меня или нет. Мы в зоне выдачи багажа, все светло, новое, прикольное, такие инсталляции с растениями. Красивый, новый. Зайдем, наверное? Так, ну все, мы в Крыму, в Симферополе, погода замечательная, плюс 29, маску я уже хотел давно снять, уже я в ней часов 7 в общей сложности с момента приезда в аэропорт Кольцово. Ну все, ждите новых сюжетов. Сюда думал, что здесь можно.